всем, ребята, Аки Антоха на проводе, и прямо сегодня я зашел на самый первый аккаунт Standout 2. Этому аккаунту более 5 лет, он настолько старый, что еще тогда Тик-Так не был пинчом, я не был Пепой, трава была желтого цвета, ребята, более 5 лет, и мне интересно, что же поменялось на этом аккаунте за 5 лет, какие скины есть на этом аккаунте, и что вообще им интересно сможем найти. Поэтому, ребята, присаживайтесь поудобней, поехали. И вы думали, я вас ставлю без подарков, ребята? Чтобы получить эти замечательные, прекрасные стоячки, тебе надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID, и самое главное, братан, буду проверять! Посмотреть видео от начала до конца, без перемоток, чики-бомбоня! Поехали! Привет! Рад, что ты зашел. Пойдем, все тебе расскажу. У нас тут самый крупный проект в сфере GTA, где играют сотни блогеров и тысячи людей. Здесь ты сможешь поиграть не только с компьютера, но и на самом слабом телефоне. Начать игру никогда не было так просто. Ты просто скачиваешь лаунчер, и ты уже в игре. Ты можешь выбрать любой путь, который тебе понравился. Становись полицейским, таксистом, фермером или опасным парнем. Все зависит только от тебя. Общайся с остальными игроками через голосовой чат для полного погружения в игру. Зарабатывай на крутые тачки, покупай скины знаменитостей, зови друзей и объединяйтесь в сообщество, которое будет держать в страхе весь город. Ну как, неплохо, да? А теперь смотри сюда. Не любишь физический труд? Окей. Аризона предлагает тебе обширную экономическую систему. Поднимайся с нуля на перепродажах. Купи что-то самое простое и продавай подороже, поднимаясь выше и выше. Твой успех оценят все. Чего же ты ждешь? Бросай все и регистрируйся на Arizona RP. В общем, ребята, это мой самый первый аккаунт. Когда я только решил стать ютубером, то я начал именно с этого аккаунта. Ну что же, первое, что мы видим, это ID на пятерочку. Второе, то, что мы видим, это надпись Кент. И третье, то, что мы видим, какого-то оранжевого мужика в маске. Кто это? Ха! Я скажу честно, я уже не помню, что есть на этом аккаунте, чего нету. Единственное, что я скажу, что я на этом аккаунте играл почти год. Поэтому тут по-любому есть какие-то крутые скины. Так, ну что же, смотрим. Сезон номер 3, все по нулям. Сезон номер 2, рейнджер, непоганенько, ребята. Я всегда знал, что я в душе киберспортсмен. Кстати, я что был во втором сезоне рейнджер, что сейчас я рейнджер? Блин, вообще не расту. А в первом сезоне я был элитой. Блин, получается, я начал играть только хуже. Был элитой, стал рейнджером, а скоро буду фениксом. Зашибись, а потом до бронзы дойду, да? Ребята, ну ясен пень, союзников все по нулям, потому что когда я начал играть на этом аккаунте, союзников еще не было. Просто не было вкладочки союзники. Общая статистика, ребят, 3.39. Ну сразу видно, ребята, киберспорт в деле. Илюша Симпл, добро пожаловать! Ядрить, колотить, ребят. Ну прям не стыдно показывать, когда я 3.39, ребята. А то пишешь о кем-то пока нуб. Ну что же, история матчей. Последний раз играл 2 января 2021 года. Это получается 3 года назад. А самому аккаунту 5 лет. Зашибись. Так, ну что, давайте смотреть. На каком месте я играл? По-любому на первом. Так. О, в одну КД вышел! Хэштег непогано, хэштег киберспорт, хэштег успешная жизнь! А один КД, это уже хорошо. Так, а тут, ребят, вообще 4-0, как он по Галимиге закрыл. 6 КД отыграл! 6! Ну, правда, у них вообще нету киллов, ну ладно. Ничего себе, раньше играл, ребята, вышел плюс свой КД, это вообще редкость. Это очень редкие явления для меня. Так, а тут я отыграл, а тут мы, ребята, отыграли... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут мы отыграли, ребят, минус свой КД. Радует только одно, то, что я нахожусь на позиции выше, чем Тик-Так, потому что Тик-Так нубгалимый. Ха! Ну а сейчас будет самое интересное. Я хочу посмотреть, в каком же клане состоял Кента ПК. И это клан! Ты кто? Это кто? Я чуть не узнаю, молодого, ребят, кто узнает батю, а? Ха! В общем, ребята, клан каких-то нубов галимых, и тут всего лишь один человек, это я и лидер клана, ха! Ничего себе, он, наверное, очень популярный клан. Так, ну а сейчас давайте посмотрим заявочки в друзьях. Кто же у меня в друзьях? Кент Пеппа. Я хочу, я понимаю, слышь, ты курица, а, и бомжетка, поняла? Так, все, разобрались с Анеткой. Баби Джон. Не, слушай, нормальные друзья. Баби Джон, Кент, Пепа. Еще пинча не хватает, и вот полный набор. Ну, ребят, вроде бы все по дефолту, все нормально, все стабильненько. А теперь самое интересное, давайте же посмотрим, что же пишет личное сообщение Кенту на аккаунт, на котором я не был 5 лет. Привет, Дайголды. Только одно сообщение. Привет, Дайголды. Ха-ха-ха. Давайте мы напишем. Куда губу раскатал нуб галимый? Ну, чисто, ребят, отправили молодого домой.
Ну что же, а сейчас мы все будем смотреть то, ради чего мы все здесь сюда собрались, да? Вот это я сказал! А сейчас мы будем смотреть то, ради чего вы все кликнули на это видео. Это мой инвентарь. Вот тут-то, ребята, пошел контент по трубам! Стоп, я забыл показать вам личное сообщение нашего клана. Так, ну что, все пишут всем привет, 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 а потом пишут, го, клановые битвы, а потом пишут, кто может помочь с голдой, а потом пишут, у кого есть промокод на нож. Ребята, есть хоть кто-то не попрошайка, ну хоть кто-то в жизни, в мире хоть один человек не попрошайка есть, мало ли кто-то видел где-то на улице. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, если вы, ребята, не попрошайка, нормальный типуля. Вы готовы, дети? Я вас не слышу. А, тут же никого нету, тут только я и микрофон, и комп. Так, ну что, ребят, погнали же прямо сейчас смотреть инвентарь. 3, 2, 1, и я закрыл глаза, я не смотрю. Так, давайте, открываем левый глаз. Ого, правый, ого! 9000 голды, это очень даже хорошо. 9 костерей голды, вы понимаете, насколько же это много, я богат. Чиз, и вы посмотрите... Откуда мне сколько Rival кейсиков? Я их покупал не перед этой обновой, отвечай на нуба Глимова. Я их покупал, не знаю, ну года, наверное, полтора назад эти Rival кейсики. Они до сих пор тут. Вау, вот это балдеж, и посмотрите. Я полтора года назад при какой-то обновой закупал этих Rival кейсиков, и посмотри, как их много. Их тут штук, наверное, 200, не меньше. Просто посмотри, я листа, они не заканчиваются. Тупо бесконечно. Вот хотите, могу сейчас один открыть, вообще не сейчас. Думаете, я открою, ребят, вообще изи карточка. Просто берем и открываем. И, конечно же, выбываем самый крутой скин в мире. Нет. Блин, ребят, Rival кейсики не заканчиваются. Обалдеть, я уже пол инвентаря пролистал, а они не заканчиваются. Так, ну, Rival кейсы, ну заканчивайтесь вы уже. О-о-о-о-о-о-о. Пошли чарм-паки. Ой, слушайте, ребята, ну вот это уже мне нравится. То есть, Rival кейсики сколько не стоит сейчас? 106 голды. У меня их, наверное, штук 500. Теперь, ребят, 500 умножаем на 106. И кто, ребят, умеет пользоваться калькулятором, напишите ответ в калькуляторе. Ой, напишите ответ в комментариях. Чарм-паки, сколько они стоят? А ну-ка, 800 голды. Ну и, конечно же, как назло, у меня всего лишь 4 штуки. Зато теперь пошли рэндом стикер-паки. Ой-ой-ой-ой-ой. О-хо-хо-хо. Блин, кажись, их еще больше, чем Rival кейсичков. Я в шоках просто. Как же много всего. Блин, вы серьезно, ребята? Слушайте, там еще будут арканы, наверное. Там будут какие-то скины с Origin коллекции. Я так думаю, блин, они не заканчиваются. Так, давайте я один чисто рэндом стикер-пак, чисто для удачи, один откроем, мало ли. О, Lucky Star, о. 5 minutes later. Ну чё, ребят, листаем, листаем, уже листаем, не знаю, минут, наверное, 5. О, интересно. Так, наконец-то пошли скины. Не прошло и полгода. Ну, надеюсь, на этом аккаунте есть хотя бы Керамбит Голд, а то одни Rival стикер-паки, одни Rival кейсики. Так, есть Rival боксик, есть Крипен боксик, есть Крипен боксик. Так, я не понял. Дайте мне нормальные скины, а не вот это. Опа, ребята, пошел контент по трубам. Я уже нашел Desert Hill Red. Сколько тут эта красавица? 19 голды, что так дешево? Ладно, понял, листаем дальше, листаем дальше. Так, мы еще не дошли до аркана. Арканы будут, я уверен, в этом арканы будут, но немножко, немножко пониже. Блин, как же много наклеек, как же много всего. О, так бы сразу. Так бы сразу, мои пирожочки, мои сладенькие. Ну, посмотрите, насколько же у меня много фуриус кейсичков. 10 фуриус кейсичков, да? 12 даже, 12, 12. Дальше, ребят, пошли хлынстикер паки. Как же много всего. Я хочу что-то открыть. Один фуриус кейсичек прямо сейчас открываем. Теперь у меня их не 12 штук, а 11. И мне выпадает самый крутой скин в мире. Ну, хотя бы Сатрек, спасибо, спасибо, спасибо вам, великий рандом. Пощены, я вот думаю, а может мы подзовем контентика и один чарм-пак бахнем, а? А ну давайте быстро с вас лайк, подписка. Делаю секретный буст на паука, секретный буст на метлу. Закрываю глаза, ребята, пожалуйста, хэштег окуп. Не, ну хотя бы аркан можно. О, о, стоять! Да куда? Дальше, дальше иди! Ай, как обычно. Ну, ребята, самое интересное еще впереди, потому что мы не дошли до самого конца. Так, я листаю дальше, вниз, вниз, вниз. И я вижу G-команду Floral! Вы серьезно? Какая же это малышечка, ребята, надо будет перекинуть вот эту вот G-командочку, флорочку мою любимую, на мой основной аккаунт. Та ты что, я даже не знал. Что же тут еще есть? Акэра Дрэгон?
Понял, принял. Нормально, прикольно, наклейки. Но как по мне, слишком дешево, ребята. Ну а что сказать? Зажрался уже кем-то ПК. Ну слишком дешево, чего хотите? О, а вот я нашел еще неплохой дробашек, на котором 58 кило. Ничего себе, ребята, я машина. Да, тут есть даже наклеечка клоуна. Без намеков, без намеков. Ха, ладно, что, на самом деле, это я клоун. И наклейка клоун. Ха-ха, поняли, 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 Рофл. Что же еще тут есть? Ух ты, тут очень много легендарок, ребята. А есть тут Origin коллекция? Да, тут есть два М16 Винджеда с Origin коллекции, каждый из которых стоит по 350 голды. У меня есть даже FAMAS Beagle с наклейкой. Ой-ой-ой, держите меня, семеро. Как же обидно, что наклейки нельзя снимать и нельзя их стирать. Так, у меня есть MP7 for years. И вы посмотрите, ребята, тоже есть Хэллоуин наклейка. Но я прям какой-то почитатель Хэллоуин наклеек. Скорее всего, раньше Хэллоуин коллекция стоила очень дешево, поэтому я ее покупал и клеил куда хотел. Так, ребят, у нас есть АВМ Феникс. Опа-па. И сколько же он стоит? 103 голды. А я раньше покупал за 5 голды. Отвечаю. Блин, вот если бы я вернулся в прошлое, вот как-то машину времени изобрести, я бы купил бы на всю мою голду АВМ Феникса и сейчас стал бы богатым. Так, что же мы еще видим? Я вижу Charm Project Zone 9. Но, ребята, неплохой брелочек, надо будет на что-то применить. Идем, ребят, самый-самый низ. Я вижу тут кучу брелков, кучу разных наклеек. И даже есть граффити. А ты получил свой граффити на халяву? Ну чё, пощены, я предлагаю навести немного суеты и открыть парочку удаленных rival кейсочков. И что же нам выпадет? Ага, Акэр-карбон. Так, ребят, я понял. Я вам хочу сказать только одно. Пожалуйста, если вы купили rival кейсочки, не вздумайте их открывать. Ладно, кем-то пока, я богатый! У меня много голды! Но вам не советую, потому что вам будет выпадать такой же хлам, как и мне. Ладно, можете открывать. Право яичко мне подсказала, Кент. Открой и выбей же команда. Покажи всем то, что ты можешь это сделать. Покажи. Так, я не понял, ты что закидал его? Так, левая говорит, открой первый кейс. Понял, понял, принял, понял, принял, ребят. Да, Кент пока немножко сумасшедший. Бывает такое, бывает. Ребят, ну, когда играешь в стендов 2-5 лет, и не такое может быть. Короче, ребята, и в конце этого видео хотел бы вам разыграть 3 чарм-пака. Чисто от души, по-братски спрошу. Перейдите по ссылочке в описании под рекламой, там будет моя телега. Пожалуйста, подпишитесь на нее, и все, просто подписались. И можете на халяву получить чарм-пак, который стоит 900 голды. Я их разыгрываю целых 3 штуки. Ну, а так, ребята, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой YouTube канал, подпишитесь на мою телегу, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, опекуха, всем пока!